Ну, на твой спиннинг можно вытащить такого карпа, как я вот? Большая у меня 6 рублей, я не говорю, ладно, 7, 6 или 8 рублей. А я в этом волоске отвезла, до хрена вот этих всего. А что? Она меня, давай, меня герой, ловила, тоже. А мы ж не знаем. Что-нибудь налажим сейчас? Мы как в лодке приезжали, вот сейчас вот. Моя, поплавок у меня встал, все. Пообещали, ты получил первую неделю зарплату, все тут, все планы. О, травка. Травка — это хорошо, это значит, ты по дну ведешь. Значит, надо чуть побыстрее подтравливать. Я и так, и так. Как хавани так. Полный, блин. А жизнь где? А что-то странно, так она полетела, не по, почему не знаю. Да как хорошо играет, а, глянь. Ой. Есть бабочка. Снизу лучше все кидается. Это был профессиональный заброс. Вот шпок, я даже видел, застегнул заранее. Да, да, это был профессиональный заброс. Все. Ну покажи, как играет, к берегу подведи. Сейчас, мол, а как? Пойся подними, чтобы я было видно. Вот подведи, она, подведи вот к берегу. Она, вот она. Да, да. Ох, красиво. Ох, красиво. Ох, красиво. Есть? Да, 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 да. Да, красиво. Это букашка наша. Мы на нее все равно поймаемся. Красиво. А если бы мы на эту блесенку здесь начали ловить, я думаю... С самого утра-то? Да, вот. Я просто никак не предполагал, что такое может быть с берега. Ладно, не суть. Главное, у нас есть уха. Вот она. Видишь? Снимаешь? Да, 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 да. О, вот хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, крайняк, щуренка можно будет насадить. Прекрати расходовать уху. Килограмма на два клюнет, придется мне штаны менять сразу. Это уж точно. Подсак есть, я за подсаком сбегаю. Да я это ее без подсака возьму, но штаны-то уже все равно будут мокрые. Зубами перегрызу, да, возьму. Я на оке после этого первого лещика сколько прикурить не мог.